Нашей съемочной группе Даниэла Драган рассказала, что в своем творчестве предпочитает сочетать классику с абстракцией. Пока девушка больше пишет пейзажи, но собирается уделить больше внимания и портретной живописи. Это портрет Арианы Гранде. Я решила его написать, потому что хотела усовершенствовать именно технику написания портретов. Я в этом не специалист, но в будущем хочу делать очень реалистичные портреты. Любимый художник Даниэла — Винсент Ван Гог. Девушка рассказала, что вдохновение для участия в одном из конкурсов она почерпнула именно из его произведений, а также нашла вдохновение в стихах Григори Виеру. Например, лес, зеленый лес. Я представила мужчину на корабле, а там говорилось, что он видел образ любимой женщины в лике Луны, и я нарисовала образ любимой на Луне. Родители заметили тягу Даниэла к рисованию 5 лет назад и решили записать девочку в местный творческий кружок. Позже она участвовала в многочисленных конкурсах, как национальных, так и международных, в Белоруссии, Румынии, Азербайджане. Оттуда юная художница возвращалась с грамотами, медалями и дипломами. Из Румынии Даниэла вернулась победителем художественного конкурса. Сейчас работы местной юной художницы украшают ее родной лицей в селе Хырбовец. Она трудолюбивая ученица, доброжелательная, всегда участвует в конкурсах, всегда интересуется чем-то увлекательным и прекрасным, происходящим вне уроков. Я получаю удовольствие. Это своеобразное расслабление. Все негативные эмоции, мысли, чувства исчезают. И кажется, будто я не здесь, в реальном мире, а в своем внутреннем. В будущем Даниэла видит себя известным архитектором, который будет проектировать современные жилые дома, такие же, как в США, Китае и Дубае. Светлана Турку, Николай Васильев, Акчент ТВ.